кто выстрелил с стартового пистолета. 14 апреля 2019 года, Харьков, 7:28 по Киеву. 6 уже, по-моему, международный марафон. Сейчас через пару минут стартует полный марафон, 42 километра, 195 метров. Потом в 11:30 будет массовый забег на 10 километров. Около 10 тысяч будет участвовать. Здесь всего человек 400, по-моему, заявку. Номер 3. Сергей Попов, город Киев. Он как у нас бегун. Срок Тинка, что ли? Номер 8. Мужчины. Вадим Сапа. Ну, в общем, целый день. Вплоть до 2 часов тут будут проходить забеги. Так что еще можно успеть к другим стартам. Номер 6. Вероника Калашникова. Вот тебе основной марафон. Любовь Сыч. Номер 9. Таисия Стаценко. Элита представлена. Это наши сильнейшие спортсмены. Внимание! Играет гимн Украины. Патроны закончились. Харьков.
7.30 по Киеву. 6-й международный марафон. Следующий старт в 11.